Мои дорогие, ну нашу улицу то вы конечно узнали хорошо. У нас сегодня 28 августа 2018 год, очень сильное жарище в Бендеры, такое пекло. Да, наша новая дорога, ту которую нам так долго делают, ее уже на протяжении 100 дней, и пошли дальше до креста. Мы едем собирать виноград. Я вам сейчас покажу наш местный базарчик. Так, а то, знаете, мало что. Может, кто-то кого-то давно не видел. А вот я не знаю, что вот... Вот видите, вот это наш базарчик. Вот у нас тут все местные сидят и торгуют. Так, дом быта. Ну, о доме быта я вообще не буду ничего говорить. О, видите, уже флаг повесили, уже очередной будет праздник, видать, знаменитейший на весь мир. Вот, каштаны высохли все, посмотрите, все полностью сухое от жары, от этой сумасшедшего пекла. А вот у нас вишневская перерыта, все трубы латают. Мы едем в сторону... Камтяновки, я повторюсь, сумасшедшее пекло. Сидеть в квартире не просто невозможно, а даже находиться. Вот смотрите, еще тут, видите, вот все ремонтируют нам дорогу. Что я хочу вам сказать, мой зритель? Летневеет мой город потихоньку, в котором я родился когда-то, на улице Дзержинского. Троллейбусы у нас ходят до 10 вечера. Вот мы куда-то повернули, сейчас мы вам покажем полностью. О боже, тут все в убитом состоянии. Посмотрите, какие дороги и как на них можно ездить. Я вот сегодня смотрел по ютубу своего коллегу, он поехал в Кострому. Он сказал, лучше бы я туда вообще не ехал. Дорог нету. Так, ну, там дальше у нас будет улица 12 октября. Давайте я вам и наш небоскреб покажу. О. Так. Вот, смотрите, мальчик, какой хороший мальчик. Видите? Соблюдает правила даже дорожного движения и он. Я как-то уже ехал этим путем. Мы моим попутчиком остановимся здесь. И я немножечко... Ты сейчас выйдешь, да? Я тогда сделаю паузу. Кстати говоря, все, что я был вам сказать, уважаемый мой зритель, вот у меня друг такую вот машину хочет. Мерседес представительского класса. Кабан. Вот, видите, вот такой вот. Ну, пожелаем ему удачи. Ну, а мы едем дальше. Итак. Закат. Ветерок. У нас такой климат, сухотропики. Это, конечно, не хуже, чем зима, круглый год. Ну и, как сказать, да? О, видите, вот дедушки вообще в трусах. Шорты. Ну, трусы, шорты, у нас тут все равно, как уже ходить. Так, это мы сейчас с вами повернем, да, на улицу Бендерского восстания. Тут вообще такие общаги. Ой, давайте хоть двор чуть-чуть, вот этот вам покажу. О, вот он, двор. Там у нас дальше идет улица железнодорожная. Так. Ну, теперь по нашему
Пинтерскому автобану будем ехать. Вот кто-то мусор выбросил, видите? Довольный, довольный идет. А вот нас троллейбус обогнал, видите, у нас рога еще на нашем транспорте. Хотя вот в России избавляются от него. Это Виктор Тургеневский. Хотя от них избавляются. Он там понес. Слушай, в Кишиневе видел не троллейбус, а вообще на батарее. Ну правильно, избавляются, буквально везде избавляются от этих. У нас все строят. Завод покажи. Мама родная, да. Вот завод убитый. Просто сыпется. Да. Да. Как бы директор с них не вывалился. Так, смотрим дальше. Ну, тут уже все вам известно, потому что не в первый раз я сюда еду. А, кстати, давайте посмотрим, ремонт сделали, я тут делал обзор. Да, ремонт сделали. И так как мы ролик увидели, сразу, да, приступили. Ой, что такое? Иван знакомый. А, видите, вот товарищ знакомый. А ничего вроде, да, так дорогу. Ну тут ее не делали, да, Саша? Делали там еще. Где-то собачки. Да, тополя эти скоро срубят. У нас тут такая акция. Если нету дров у старпера, то тогда мы пилим все подряд. Это так, шутку сказано. Да, тут... вот тут у нас 5А ходит теперь. Ну а уж я не буду лишний раз ничего вам говорить. Потому что сами все видите. Люди, ау. Так, пропускаем, некого пропускать. О, велосипед. О, дедок, смотрите, какой серьезный. На тележке. Поломал, да? Поломал? Да. Конечно. Оборвали виноград. И мне Александр сказал, почему блогер не работает? А видите, какой-то унылый мужчина идет к себе, видать, домой. А мы сейчас поедем в сторону еврейского кладбища. И я хочу вам кое-что даже, ну, будем так показывать то, что вы, возможно, видели, возможно, вы не видели. Так, давайте посмотрим, как говорят, справа на улице Бендерского восстания. Улица Школьная. И потихонечку мы едем. Вы знаете, сейчас немножечко все-таки похолодало. Ветерок. Ветерок. Потому что у нас сука тропики. И они всегда были такими. И всегда такими будут. У нас климат не мягкий. Вот так, поворачиваем сюда камеру. Так, я все хотел вот здесь тоже как бы пройтись, но говорят, что нежелательно такие учреждения снимать, как больницы. Вот скоро
на моем канале появится одно видео, вот как раз вот забор еврейского кладбища. И вот мужчина ехал на санках. Да, вот. Да, вот. А Росане мне вот говорят. Да, вот шестерочка стала. Или 18-й. Это все фазенды. Значит, недавно я, только вчера, увидел фотографию новых наших 16 этажек, которые будут вот на этом поле. Будет продолжение Ленинского. То, что нас тут предстоит еще большая-большая-пребольшая стройка. О, кстати, очень давно хотел тут поснимать. Значит, еврейское кладбище. Забор. Ну, естественно, забор. Дороги высший класс. Если не сказать, просто убитые. Просто ее нет. Да, ее тут просто нет. Это гаражи по левой стороне. Вот какая-то улица, даже я не знаю, по сегодняшний день. Хотя тут неоднократно ходил. Вот туннель. Еще туннель не проехали, да? Или уже проехали? Проезжать не будем. А, не будем. Понял, не будем туннель проехать, я понял. Дальше мы раньше сели. Не, ну все-таки как-то на Кишиневской хоть люди есть, а тут вообще даже людей нет. Не, все тут. Да. Да, вот туннель, так что сказал, не будем проезжать. Баптисты. Вот это? Видишь? Ну давай, под... Голубые елки. А, вот здесь баптисты. А, тут я вижу, у них охрана твоя собственная, да? Вот баптисты, да? Да, кстати, я тут я никогда не был. И не лазил никогда тут. Что мне тут делать? Моя территория — это улица Кишиневская. А, сюда поворачиваем все-таки. Вот. И тут я первый раз в своей жизни. Ты даешь. Да. Для меня это незнакомый район. Полностью. А вот это что за двухэтажный дом? Пятиэтажка, да? Пирогова улица. Пирогова. Четырехэтажка. Пирогова. Ясно. Так. Вот мама тут гуляет, вот видишь. А, понял. А где ты будешь разворачиваться? Там вот где человек рядом стоит. Понял. А, да, тут есть. И можно развернуться. Да. Вот это да. А почему мы заговорили о семейной жизни? Что кто-то собирается замуж выходить или жениться? Я что-то не понимаю. Или ты уже нашел то единственное и хочешь жениться на ней? Я ничего об этом не знаю. Мы же с тобой договорились, что у нас не может быть секретов ни у меня, ни у тебя. Или не договаривались? Что-то не помню. Да, тогда я пересаживаюсь туда, на стул. Подожди, еще есть, да, время, место? Мама не выпустила, ты еще не выпустила.
Да, Нина? Привет. Здрасте. Привет. Я возле еврейского кладбища.